Идея Гай. И что там, просто 500 голдын, 500 инкама надо, да? А, ну все понятно, все понял. Ну тогда не получается, окей. Нет, так нет. Я понял, Фиба, окей. Ну ладно, чё. Ну, опа. А, это бурга, я уж испугался, блин. Фу. Не буянь, бурга. Не буянь. На, свойцам тоже кинуть. Все нормально тут стало уже. Июнь 19-го. 9 лет остается. Ну, я думаю, что речь присоединиться у меня будет 500 инкама. Там от трейда только будет инкам выше. Сотни, это 100%. Да, я заметил, я переживаю за это, честно говоря. С 18-го года уже год добавился почти что. Остается, грубо говоря, сколько? Восемь лет. Что там насчет Тироля? Да, Матвей, кстати, насчет Тироля. Спасибо. Я хотел там бах да. Докатить до десятки тут. Во, нормас. Здесь тоже можно, кстати, до десятки докинуть. А, здесь до десятки уже есть. Все, здесь все нормально. Полгода с декабря 18-го. Ну да, где-то так примерно. Ну, должен успеть. Быстрее скорость не могу. Это пятая скорость максимальная. Везде почти дома уже улепил. Даже в этой бедноте. Музыку в игре. Кильский. Я Гольштейном не владею.
Гольштейном надо владеть, чтобы выполнить. У скандинавов забирать, если только. Вы видели, да, эту тему? На-на-на-на-на-на-на. Плюс одна дипрепа. Да, блоха, так и делаю. Эй, ну завязывайте. Есть. Есть, 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 есть. Опа, нифига себе. Блин. Что за хрень? Легитимность. Фак. Из-за того, что монарх сдох. Не повезло, короче. Че, не успеваю? Да, блядь. Да, да. Это жопа. Во. А, доста тут. Жесть обидно как, а? Жесть обидно, парни. Не успеваю. Еще и февраль, не январь даже. Вот черт. Вот это засада. Ну, может быть, да, действительно, еще будет на дип-репутацию. Ай, блин, ну что за хрень? Вот что за хрень? Кстати, секунду, найди какой еще момент. Блин, не того же, ну ладно. На прирост легитимности нету, к сожалению. Вот черт, а. Вот, кстати, вот эти дома я не построил. Как ни странно. Ну что вот за блин, а? Как-то обидно. У протестантов сейчас гляну. Кстати, может быть, есть, сейчас глянем.
Нет у нее. А, вот на легитимность есть. Да-да-да. Точно. Точно, точно. Блин, престиж надо апнуть. Я вот думаю повоевать, что ли, тогда. Чтоб престиж доапать. Легитимность быстрее расти будет просто. Надо повоевать тогда. Ну, сейчас накопится. Church Power. Надо до троечки догнать стабу. Давайте-то повоюем, что ли, я не знаю. Как вариант. С кем там повоевать-то можно так, чтобы не в напрягу? Ну вот, вот так вот. С этими друзьями повоюем. У скандинавов кто в союзниках? Нормально, пойдет. Эх, жесть, обидно как. Не, это вот назло как будто, а вот эта хрень случилась, а? Вот как назло. Так у меня дворяне там залетели. Залетные дворяне. Думаешь, они согласятся бомжу китайскому, ну, возврат корок? Да что-то я сомневаюсь, честно говоря. Если только осману отдавать корки. Да ладно, повоюю, посмотрим. Да зашибись. Надо на престиж, которая побольше выбивает. Вот, вот эта тема.